Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек! Ой, прелесть! Красиво. Умница, очень красиво. Классно. Очень красиво. Молодец, молодец. Очень красивый голос. Да, классно. Красивый, чистый такой. Нежный, да? Очень. Прям чистый. Молодец, красивый. Приятный звучит. Голос. Молодец. Очень красиво, да? Молодец. Такой голос красивый, нежный, романтичный. Ну, красивый тембр такой, звонкий, но звучит красиво, романтично, да? Ребята, вы знаете, трек такой фантастический, да? Да, кстати. Сказочный, нежный. Таинственный, ребятки, такой. Таинственный. О любви, ребята. Голос звучит потрясающе. И ты знаешь, вот с этим треком какая музыка, да? И вот все гармонично и звучит. И голос нежно звучит, и да. Музыка, да. И ты да, знаешь, да. Вот сидишь и прям вот слушаешь, и он так поет, да? Да, хочется слушать. И запоминающийся, кстати, мотив. Молодец, такой. Очень, знаешь, очень талантливо. Красиво. И да, и видно, что ты прям дружишь с музыкой. Прям вот такие друзья, да. Потому что, ты знаешь, ты умеешь держать зрителя. Вот заинтересовать. Да, вот я слушал, ты меня очень заинтересовал. Ну, интересно было слушать, я тебя да. Слушал вот так. И ты понимаешь, самое такое, да, нежность. Ну, хочется переслушивать. Да, мне кажется, нежность. Даже на повтор ставить, да, да и много да, раз да, прослушать молодец. Можно. Ну, знаешь, красиво все, и нежно. И я сижу вот прям вот, я наслаждаюсь. И настроение понимает, понимаешь, хорошо на душе. Lil Kiss, молодец, вот классная работа. Продолжай дальше развиваться. У тебя классно все получается. Не останавливайся. Мы ждем новых треков. Мне очень понравилось. Я по твой трек танцевала. Я отдыхала. Я просто балдела. Релаксировала. Отдыхала. Да. Вот это именно правильное слово ты сказала. Именно релакс. Угу. Я сидела, наслаждалась. Я там ничего... А я просто балдела, наслаждалась. Угу. Молодец. Молодец. Приятный все грамотно трек. Сделал. Угу. Вкусняшки нереальные. Пиши, не останавливайся. У тебя классно все это получается. Я твой зритель. Мне очень понравилось. Жду новых треков. Умница. Направление классное взял. Держись. Этого умница. Направления. Да, именно вот эта нежность, романтизм. Такое, знаешь, вот красиво все сделано. Молодец. Пока, друзья.